займи 200 тысяч. Знаешь, вот именно в эти моменты мне хочется наглотаться противозачаточных. Вдруг ты все-таки испаришься? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А ты точно уже все варианты перепробовала, что ко мне обратилась? Ты сначала погугли слово «займи». Это потом отдавать нужно. Нет, я что, по-твоему, эти деньги печатаю? То есть того, что ты в моих карманах находишь, тебе уже недостаточно. Ты мне и так уже несколько миллионов должна. Сфига ли? Ну а ты думаешь, ты на какие деньги все это время одевалась и питалась? А отдашь ты мне их когда? Как обычно, в четвердельник? Твой отец тоже сказал «займи». И вот с тех пор я его уже 20 лет не видела. Я лучше дам тебе удочку, а рыбу ты добудешь сама. Вот тебе чулок, банк через дорогу. Привет! Привет! Он что, на всех фотках на стульчике стоит? О боже, меня обнимает доска. Еще и со всех сторон. Фу! И куда мы пойдем? В ларек! Что? Интересно, он купит мне мороженое? Вот, мне вот ну купи. Вот мороженое. Ну купи я мне хочу... мороженое. Да, я женщина, я хочу мороженое. Спасибо. Ой, что-то в жопе зачесалось. Сука, не купил мне мороженое, жлобяра. Даже мой папа покупает мне мороженое. Эй, а? Нажри. О, как это мило. Жлоб. Не подавись, сука. А че мы прыгаем, как дебилы? Вот жлобяра, я тоже хотела с начинкой. Ой! Сука тупая, еще и опачкалась. Ой, я такая неуклюжая, но все равно милая, да? Фу, у нее что, чужой в зубах застрял? Ну все, доска, пока. Все, все, да, давай, пока. Я же купил вот тебе так мороженое, так или обнимай. Так, или так, а, вот, давай, хорошо, давай, хорошо, давай, ага, все, да, пока. Да, было весело, ни хуя не весело, вообще долбоёб. Что ты сказала, а? Да, да, пока, а, пока, пока, да. Так, стоять. А ты куда собрался? Малыш, там ребята внизу ждут. Ты никуда не пойдешь? Ну как же, я им обещал, они меня все ждут. Ну, если только при одном условии. При каком еще условии? Ну, ты что, вдвоем положили всех? А вообще, куда собираетесь? В ресторан или в клуб? Я тут вообще... Так сегодня мы идем в гости к тете Марине. Ну, мам, я не хочу. Ты думаешь, я хочу? Мы ей просто денег должны. Так, какое мне платье надеть? Красное или с кружевами? Какое она лезет, да? Вова, веди себя хорошо. Покажи, что ты живешь в воспитанной культурной семье. А то папа тебе втащит. Так, ты не нажрись, а ты не обожрись. Мам, я кушать хочу. А я ничего не готовила, мы же в гости идем. Тетя Марина такие котлетки приготовила. Пальчики оближешь. А ты подарок в пакет положил? Да, вот. Ты дебил, что ли? Она же мне в этом пакете на юбилей подарок дарила. Давай ищи. Так, в этот раз в гости идем пешком. Так а можно же на машине. Ага. Только я в этот раз тоже хочу нажраться. Как скотина. И вот так вот, да, отвезите меня. Запоминай, когда в конце вечера тетя Марина предложит с собой взять салат, я откажусь, а ты согласишься. Скажешь, да, тетя Марина, берем и гуся, и холодец, и карбонару, и хлебушек. Все, что предложат, берем, ты меня понял? Или ты сейчас дорогу мне уступаешь? Или я тебе сейчас выхлопную трубу, в твою трубу, не выхлопную, засуну. Да ты ехать будешь или нет? Зеленый горит! Так он только включился! Это что, по-твоему, оправдание? Господи, расчесаться не дают, все равно пробки стоит. Ты меня недостойна, просто недостойна. Подожди, пожалуйста, секунду. Блять, он идет сюда. Это я не вам, и что ты хочешь? Давай поругаемся, конечно, давай поругаемся. В пробке, почему бы нет? В пробке ж все равно стоим. Давай, 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 давай. Давай. А, как хочется встать, сука. Как же я вас всех ненавижу. Ну, стало быть, вместе поедем. Вагоны такие хорошие. Раньше еще полка была наверху, можно было зайцем проехать. Сейчас уже платить приходится. Билет 3500 стоил. Я не сама покупала, мне сын купил. А вы сами себе купили? Или мама? В интернетах каких-то там покупают билеты. Я только в кассе, знаю. Столько обмана сейчас вообще кругом. Люди вот... Ой. А сейчас уже вот тормозится. А раньше на станциях нельзя было в туалет ходить. А сейчас можно уже и на станциях. Ой, я пукнула. А шапочка вот у вас какая красивая. Ты мне подарила. Кто? Брат. Ну, он умер, правда. Ну, не, я уже не переживаю. А тебе сколько лет? У тебя никогда не было папиллома возле ануса? У меня что-то появляется, я не знаю уже, чем помазать. И плевали мы. Ну, что эти врачи сейчас? Они только деньги сдирают и все. Это же система. И невыгодно, чтобы мы здоровы ходили. Ой.
А вы не храпите, сладкий сон. Всем здрасте, я Лариса, и я мать семерых детей. Ехала я на машине, значит, по двору, и мне навстречу выехала машина. Ну и все, проехать не получаться. Я бибикаю, говорю, назад, бак, сдай. Он стоит, блядь. Я ему фарами мигаю, руками, вот руками показываю. Говорю, съебать отсюда в темпе. Мама, что делать, если кошечка шипит? Огонь на плите убавь. Короче, подошел ко мне этот водила. И говорит, женщина, справа от вас еще полоса, вы можете объехать. Умник, блядь, я, может, хочу прямо ехать. У меня ребенка в салоне укачивает при поворотах. Минуточку, блядь. Собралась пробка, все орут. Вот с**али я должна объезжать, если он выехал навстречу. Женщина говорит, верните права, где вы их купили. Слышь, говорю, зато я в отличие от тебя заработала на нормальную тачку, а не на это говно. Позорище, блядь. У меня, греша, муж приедет, если таких звездюлей отхватишь. Ларис, я не понял, у тебя что, еще один муж есть? Ой, блядь, сиди молчи. Ну никто не хочет меня понять. А я жива. Так, все, Платош, пойдем в магазин. Да, мам, ну можно, пожалуйста, не надо. Успокоился, матери не перечь. Так, сынок, давай возьмем тетрадочки. 5 в клеточку и 5 в линейку. И не забудь дневник. Так, куда 26 рублей? Ты что, с ума сошел? Вот, смотри, тетрадочки. 4 рубля. Да, мам, что я опять как лохопед буду, а? Твоя мама всю жизнь таких писала. И ничего, нормально. Так, не, так попсихуй мне еще. Попсихуй. Так, ну все, тетрадочки взяли. Пойдем форму школьную возьмем. Какую форму опять, а? Пойдем, будешь красивый самый на 1 сентября. Платош, ну что, подошло? Ой, красота. Ну-ка, выйди сюда. Ой, ну что за модель, я не могу. Девушка, мы берем. Платон, а еще раз, не хочешь кофточку надеть? Ну, ну, пожалуйста. Ну, ну ради меня, ну. Ой, что за красавец. Платон, а ты ничего не хочешь сказать? Спасибо. Соблюдайте правила безопасности. Пожалуйста. Ой, да пофиг вообще, я 100 раз летал, ничего не будет. Первый раз такое, сука. Вода, чай, кофе, напитки. А виски есть? Есть. А дайте 50 грамм буквально. Первым делом самолеты. Ебать, высоко. Извините, а вы на следующий выходите? Нет. Шеф, на Пушкинской. Это, а долго еще до Турции лететь? 4 часа. Ого. Ну я пойду лучше сейчас проблююсь, да? Слышь, мужик, а ты уже в Турции отдыхал? Ну да. А правда, что там можно жрать, пока не лопнешь? Да. Ой. Море, смотрите, море! Море, море! Море! Уважаемые пассажиры, пристегните ремни, самолет заходит на посадку. И вы пристегните, все пристегните. Мужчина, пристегните ребенка. Это прокрастинация. Давайте так. К следующему сеансу вы выполните одно задание. Берете мешочек и мысленно кладете туда все свои обиды, комплексы и проблемы. И уж после мы с вами поработаем над ними. И что мне теперь с этим делать? Ну вы же сказали принести мешочек. Я просила мешочек! Мне кажется, мы здесь... умрем. Меня мама не отпускает! Не-а, мне еще маме надо оставить. Я с тобой не играю. Блин, это что, водка? Да не обиделся я. Да мама-то ребята рядом курили. Ага, первое слово дороже второго. Да я целовался уже. А первое слово съела корова. Ну че, у тебя родаки уехали, нет? Ну можно я еще поиграю? Приходи гулять! О, дай попробую, просто никогда не пробовал. Скинь попить! Не, у меня последняя жвачка осталась. Я все маме расскажу.